Welcome back to Natural Language Learning. Today I'm going to practice the scriptorium technique for language learning. This is a technique developed, or at least popularized, by Professor Alexander Arguelles, I think it's pronounced his name. It's a very, very effective technique for learning both grammar and vocabulary. And this is how you do it. It's pretty simple. You copy text, you read the text aloud, you copy it on paper, that's paper, not on a screen, on paper, and you read the sentences aloud before and during the copy. So, let's begin. История об выборе предметов для изучения. So, 50. История выбора предметов. Метод для изучения. 50. История о выборе предметов для изучения. История о выборе предметов для изучения в университете. История выбора предметов для изучения университета. История выбора предметов для изучения университета. Марк составляет свое университетское расписание. Марк составляет свое университетское расписание. Марк составляет свое университетское расписание. Он собирается окончить университет в конце этого года. Он собирается окончить университет. В конце этого года. Он собирается окончить университет в конце этого года. Выбрать. Поэтому ему нужно выбрать. Поэтому ему нужно выбрать соответствующее количество предметов. Поэтому ему нужно выбрать соответствующее количество предметов. Поэтому ему нужно выбрать соответствующее количество предметов.
поэтому ему нужно выбрать соответствующее количество предметов, которое требуется для его специальности. Требуется для его специальности. Один предмет, который он выбрал, это социология. Один предмет, который он выбрал, это социология. Марк специализируется на гуманитарных науках. Однако, хотя социология считается естественно научным предметом. Однако социология считается естественно научным предметом. Марк должен пройти этот курс. Чтобы соответствовать требованиям своей специальности. Чтобы соответствовать требованиям своей специальности.
Он не знает, для чего это необходимо. Он не знает, для чего это необходимо. Необходимо. Он не знает, для чего это необходимо. Он не знает, для чего это необходимо. Он надеется, что социология не будет слишком скучной. Он надеется, что социология не будет слишком скучной. Он надеется, что социология не будет слишком скучной. История. Наша история. Но описывающая не одного человека. Okay, now it's the same story. You get the idea. This is... I'm not gonna repeat the same exact thing. I'll listen to it later on. Read it. You get the idea. I might try with this one because it's much more interesting. So you copy it while saying every word aloud. That allows you to memorize everything much better. Of course, you should download and listen to the audio files later on as well. Так называлось первое русское государство, которое сложилось, которое сложилось к восьми веку нашей эры. Русь. This is the Rus. Historical stuff. Так. Называлось первое русское государство, которое сложилось, которое сложилось к восьми веку нашей эры. Восьми, которое сложилось к восьми веку. Нашей эры. Это было общий славян. Это было общее государство восточных славян. Это было общее государство восточных славян. Это было Это было общее государство восточных славян. Славян. То есть русских украинцев и белорусов. То есть русских украинцев и белорусов. То есть
русских. То есть русских, украинцев и белорусов. Большое количество общих слов сохранилось в языках этих народов. Большое количество общих слов сохранилось в языках этих народов. Большое количество общих слов сохранилось языках этих народов. Народов. Большое количество общих слов сохранилось в языках этих народов. Считается. Yeah, I think this is long enough. You get the idea. This exercise, I recommend doing it a couple times a week, maybe. Not on a daily basis, it's too much work. But it is very effective. Anyway, thanks for watching, and see you next time.